Друзья, привет! Ну что, дело дошло до кровли. На данный момент у меня сейчас накрыто техно-Николю. Я вот зимой накрывал. Он в нескольких местах подтекает. Сегодня целую ночь шел дождь, и вот сейчас отморосит, но немножко подуспокоился, он лужи какие налило. И вот решил все-таки накрыть на техно-Николь шифер. Вот у меня вот пристройка накрыта шифером. И вот таким вот образом я привожу. Вот у меня шпалы. Вот они. Кинул три бруска, чтобы шифер не треснул. Волны. Вот так вот волны я вложил. Положил шифер. И вот таким вот образом я, ну, мне не хватило, вот я 6 листов еще докупил, чтобы накрыть. И вот как вот с этой стороны смотрится. Не доделал я немножко второй этаж, там чуть-чуть еще окна надо вставить. Купил я окошки, сейчас покажу. И закончится этот дождь, надо накрыть. Видео, оно доказывает, что можно вот привезти куча балок, досок, там бревнышек и построить дом.
Ну вот, всем пока.